Значит, о чем я хочу рассказать? Значит, об устройстве мозгов и как это, собственно говоря, работает. Потому что очень много всяких сказок про мозги существует. Там кто-то говорит, обливаясь слюнями, о том, что вообще невычисляемые никак. Кто-то говорит о том, что там это секрет далекого прошлого или высокого будущего, или вообще духовные какие-то принципы. Меня все это не интересует. Я не занимаюсь ни психологией, я считаю ее не наукой. Я не занимаюсь физиологией в том смысле, в котором занимаются физиологи, отводят там докторские диссертации от нейронов. Я занимаюсь функциональной морфологией. Меня интересует, как устроено, как работает, в чем разница между, например, мозгами других людей. Как бы сегодняшняя тема — это такая вводная. Если понравится, я расскажу про индивидуальную изменчивость, основы таланта и гениальности. Они абсолютно материальны. Никаких секретов нет. В мозгах вообще секретов нет. Никаких абсолютно. Вопрос, насколько мы это можем принять, поскольку если мы принимаем все как есть, тогда происходит трагедия. Тогда это самоуничижение до известной степени и в огромной степени объективное отношение к окружающему миру. Многим это не нравится категорически. Итак, я прихожу к делу. Значит, как устроены человеческие мозги? Чуть-чуть я напомню там. Значит, вот свеженький мозг человеческий. На самом деле он маленький. Он вот такого размера. То есть это небольшая достаточно структура. Вот свежевыдранный. Значит, это мозг девицы наилегчайшего поведения, 32 лет. Значит, в чем хитрость? Значит, он у нас на самом деле является, соответственно, энергетической машиной, ровно как ваш компьютер, который только что видел, с водяным охлаждением. Объясняю, как это все делается. Значит, сделается это так. Это вот, стрелочка. Ага. Ну ладно, слабенькая. Значит, делается как? Как вы видите, здесь есть следы сосудиков, которые очищены. На самом деле мозг, когда находится в человеческой голове, он подвешен. В жидкости висит, которая непрерывно его омывает. Скорость промывания жидкости, просто поясню, это вот такая струйка 3-миллиметровая, которая течет из крана. Вот с такой скоростью. Вот такая скорость — это не кровь. Это так называемая спинномозговая жидкость. Безумная скорость протока. Малейшее перекрытие, гидроцефалия, смерть, ну и там со всеми остальными делами. Очень тяжелое состояние. Дальше. Вот это все то, что покрыто бороздами и измельными, как вы понимаете, это поверхность мозга, коры, то есть она на самом деле составляет всего где-то 80% от мозга. Значит, что там внутри? Там внутри шестислойная кора, вот такая, в которой сосредоточено от 9 до 19 миллиардов нейронов. Вот отдельные нейрончики, они вот видны. Они разные, разнотипные. Есть слои, как вы видите, здесь, где более-менее похожи нейроны, как вот здесь, например. А есть там, где менее похоже. То есть это разнотипные клетки с разными функциями. То есть клеточный полиморфизм огромен. И вот на поверхности у нас мозга, то, что вы видите с бороздами извилинами, вот это, собственно говоря, кора. Она шестислойная, достаточно толстая. И если возвращаться к этой картинке, она занимает довольно большую площадь. И от 9 до 19 миллиардов — это индивидуальная изменчивость. Есть люди с мозгами с маленькими. Здесь видите, от 670 до 2400 грамм. Это обыватели. 670, кстати говоря, могу польстить. Как вы сейчас видите по телевизору, английский парламент, вот он как раз оттуда. Значит, английский парламентарий, который никто не заметил, что у него мозг 670 грамм. Ну, вот он так всю жизнь прожил, умер, а потом выяснилось. Социальная социализация у мужчин 900 грамм, у женщин 800. Ниже, как правило, люди асоциальные. Но при этом идиоты есть до 240 грамм. Это что значит? Это они могут собирать хворост, курить, так сказать, поддерживать минимальные социальные отношения. Напомню, что у шимпанзе на 100 грамм больше. Так что, в принципе, мы могли бы договориться. А у гориллы так и под 700 грамм бывает. У человека с сохранением следов социальных функций 240 грамм. Есть 2800, но это гидроцефал там, с большой патологией. То есть большой мозг — это не обязательно гарантия. Ну и гении. Это от Анатоля Франца до Кромвеля. Ну там рядом Тургенев, там еще Байрон, еще несколько человек. То есть есть гениальные и с большим мозгом, и с маленьким. То есть от размеров мозга это не зависит, а зависит кое от чего другого, о чем я могу в специальной лекции рассказать, потому что четкие носители одаренности и гениальности
в человеческом мозге есть. И признаки эти можно определить. И одна из моих задач это состоит в том, чтобы приехать к вам и попытаться вас соблазнить, заняться в том числе вычислительной частью тех самых 150 миллиардов нейронов, чтобы при жизни определять человеческие способности. 150 миллиардов. Но есть индивидуально. Вот понимаете, у вас где-то 1520 мозги, но если их выковырять. Значит, вы, у вас большой мозг. У Владимира Ильича 1330 было. То есть у вас большой мозг. У вас будет, я боюсь, что под где-то 170 миллиардов. А у кого-нибудь поменьше, там может быть и 120. Вы произнесли две цифры. Вот что да. Владимир Анатольевич отреагировал. Вы сказали, что на кортесе 20 миллиардов нейронов, а всего 150, да? То есть да. 150 это всего. Это всего. А на кортесе 20. Да, ну это 20, это у Байрона, наверное, было, ну, а там я в среднем... Я 10-20. Да, в среднем где-то 11-12 по частоте встречаемости европейцев, это вот так. А все остальное, там есть нейроны, понимаете, которые участвуют, конечно, в интеллекте. Даже вот есть, появилась 2 месяца отличная работа, в которой анализировали людей. Здесь меня задали вопрос про мозжечок. А как мозжечок влияет? Там в основном алгоритмы движения всякие. Ну, пример приведу. Вот видели белочку, как белочка орешек ест? Она берет такого. Что она крутит, этот орешек? Что ей там надо? Кусай, да и все. Нет, она крутит его, как бешеная. В чем дело? Что она там вращает? А дело в том, что у нее каждая кромка зуба, верхнего и нижнего, представлена в мозжечке, ахтунг, специальным полем, которое вычисляет нагрузку на зуб. И вот это бешеное вращение, это на самом деле работает компьютер почти такой, как у вас, для того, чтобы рассчитать, раздавит она орешек или зуб сломает. Если зуб сломает, ей на кладбище. Значит, она крутит этот орешек, находит точки уязвимости, там, где он поддается. Мужичок сигнализирует «да», и каждый зуб представлен собственным полем, и каждая грань зуба собственным полем. У нас то же самое с руками, там, с конечностями, и, там, с пиписками, со всем остальным. А вопрос, а кто жидкость перекачивает? Что-что? Кто жидкость спинномозговую перекачивает? Вы не поверите. Две пара аорт загоняют туда, и там через сосудистое сплетение активный перенос. То есть что получается? Загоняет туда кровь, она проходит мимо, а ее ультрафильтрат, причем, внимание, заходит только H2O и растворы электролитов. Вот с такой скоростью, пассивно, через сосудистые сплетения, они достаточно большие, 2 таких латеральных желудочков, и вот такое примерно в четвертом. И у детей, почему дети как бешеные скачут, вот на койках там все, да? У них там это сзади еще есть такие дырки страховочные. 2 отверстия люшка и 1 отверстие мажанди. И когда они там переворачиваются, как бешеные, ну, все дети видели, у них просто они открываются, и у них выравнивается давление. А если мы так с вами скаканем через голову на диване, ну, я боюсь, что вот в реанимацию обязательно. То есть зарастают с возрастом, и тогда, значит, особенно проблематичен отток. А отток идет, а вот тут самое ужасное, почему мы все погоды зависимые, особенно после 50. Отток идет пассивно по градиенту концентрации. Почему чего-то в Бога не верится? Потому что ну, в пьяном бреду, что ли, придумывали это все? Ну, представляете, закачивается под давлением ультрафильтрат, а отток по градиенту концентрации с помощью крови, которая протекает мимо пахитоновых грануляций вот здесь. Ну, это отсюда инертность гигантская, отсюда бесконечная проблема. Вот там водички выпил, развел, чуть-чуть изменилось астматическое давление. Почему пионеры пьют 1,5 литра воды, а потом еще где пописать через 20 минут? В чем дело-то? Инертность срабатывания датчиков, а датчики питьевого поведения — это вообще катастрофа, находятся внутри мозга. У вас, когда губы сохнут, язык, это вас надувает. Ну, обычно мозг так всегда делает. Как вас заставить воду искать? Вы же не сообразите никогда в жизни. Что делать? Ну, значит, раз... вырабатывает фантомные ощущения, вы пошли искать. На самом деле, естественно, ничего не сохнет. Просто у вас в голове это происходит. А датчики внутри мозга. И поэтому инертность 15 минут, пока да всосется. Чтобы не перепивать и не искать туалет, надо всегда пить соточку так. И подождать 15 минут. Ну, да. Ну, 100 грамм, в смысле, воды. Ну, вот. Ну, вот. То есть задача достаточно интересная. И каждый из этих нейронов обладает, прошу прощения, обладает специфическими функциями. И каждый участок коры, он тоже специфичен. Вот, значит, такой срез
Почему я так люблю точную механику и тех, кого производят? Он сделан с точностью до 1 микрона. Такой приборчик с третьего этого стола, на котором это делается, сделать его довольно сложно. Значит, ну вот такой горизонтальный срез. Так выглядит целиком мозг, срез мозга человека. И видите, здесь не надо быть никаким специалистом, хотя специалист обычно учится в течение 20 лет этому делу. Здесь видно, что здесь, и здесь разная упорядоченность этих самых нейронов. Вот эта разная упорядоченность, она является ключевым делом. Вот это зелененькое, это значит, соответственно, вот эта упорядоченность, это красненькая точка, это упорядоченность. На основании вот таких упорядоченностей адская работа, и именно поэтому таких работ мало, значит, созданы карты, и больше всего этих карт создано в нашей стране в 30-70-е годы, в которых каждое цветовое вот это поле, естественно, понимаете, это раскрашено. Ну вот, и на самом деле мозг вот такой, прям желтоватый, немножко противного такого цвета. А так вот он здесь раскрашен, это поля, которые определяют функции. Там затылочные функции, зрительные. Здесь вот чуть в глубине слуховые, здесь вкусовые, здесь память. Человеческие ассоциативные центры. У нас, кстати, их два, не только в лобной. И вот эта вот часть, это, собственно говоря, ассоциативные, потому что здесь просто зона управления, например, авторучкой. То есть если это поля маленькие, то там у человека графия. Здесь речевые, но никакой асимметрии на самом деле нет, все это вранье, потому что компенсаторная и лево-правая полушарность, она всегда возникает у людей. И есть много случаев, когда люди рождаются без вот этой части левой лобной области. Отлично говорят, кончают институты, школы, и это узнают там в случае только какой-то аварии или еще. Так что вот эта вот, скажем, да, асимметрия мозга, мягко говоря, сильно преувеличена людьми, которыми плохо знают мозг. Да? Несложный вопрос, а вот эта цветовая у вас отмечена гамма, так а вот специализация областей мозга – это случайное явление? Или это, нет, это закономерно. Вот как-то все-таки есть какая-то логика? Логика то, есть, вот конечно. Эта часть слуховая должна быть здесь? Да, да, да. Это логика, она насчитывает… Она как-то сложилась эволюционно? Да, 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 она сложилась эволюционно примерно за 200 миллионов лет. И очень жестко. Кто в нее не вписывался, тех съели просто. Значит, здесь центральный – это моторный, это сенсорный, ну и дальше там по тексту… Сама память есть две формы. Есть специализированные поля, которые занимаются памятью из-за того, что их освободили от других функций. Ну, например, вкусовые. У нас, ну, понятно, входит в Макдональдс, там, но раньше тоже разнообразие велико. Вот здесь очень много областей, связанных с памятью. Вот здесь значительная часть связана с памятью. А все остальная память носит прикладной характер. То есть, если вы выучиваете какой-то моторный навык, то память будет храниться. Если руками сучите, то значит вот здесь. А если языком, как я сейчас, то где-то вот здесь. То есть у нас что получается? Наша память, как правило, специализирована, хранится в определенных полях, но в то же время, поскольку, например, для того, чтобы мой язык болтался так, как сейчас болтается, нужно, чтобы были и моторные области, и система вот этой вот, то, что называют поле Брака, управление чем? Глоткой, гортанью. Это механический привод на самом деле. Это, и тогда все. Там гортанные мышцы здесь хранятся, движение языка, артикуляция здесь. То есть у нас нету функций, органов, которые были вот чисто специализированы. У нас есть такое зрение, например, и слух. Да, пожалуйста. Зрительная область, она гиперспециализирована. И здесь все очень точненько. Так называемое фототопическое представительство. То есть когда каждый участок вашего глаза представлен точно в определенном поле, точка в точку. И если здесь попадал, например, пулька или осколок выбивал, то, значит, выпадал кусочек поля глаза. И наоборот, если кровоизлияние, еще что-то выпадает из сетчатки, там погибают нейроны, что найти можно всегда. То есть вот, то есть такое представительство, понимаете? То есть когда функция сложная, как, например, речь, тогда это распределено в несколько полей. А если функция простая, как зрение или слух, или там моторная область, то точно, например, в двигательной области. Раньше хороший нейропатолог, раньше, значит, мог определить с точностью до 2-3 мм по симптоматике того, как двигается там человеческая нога, например, после инсульта. Ну, это запросто. Так вот, сами вот эти, сейчас вернусь назад, сами вот эти вот циторхитонические поля, каждый из этих нейронов имеет очень специфическую
структуру. Вот здесь как раз нейроны, те самые, которые я показывал на срезе, они вот, ой, они, вот их тело, а вот отростки. И здесь нужно объяснить, что наш мозг, сразу сказать, просто это не очевидно, имеет энергетические ограничения, поскольку он является забарьерным органом. То есть если когда-нибудь ваш организм доберется до ваших мозгов, он их сожрет, в прямом смысле этого слова. То есть ваши мозги для вашего, для вашей иммунной системы то же самое, что заноза. Это опухоль. Ужасная причем. Вредит постоянно. Почему? Потому что это действительно опухоль в том смысле, что инородный набор белков, и поэтому весь мозг на всем своем протяжении защищен специальными клетками глии. И существует так называемый гематоэнцефалический барьер, чтобы кровь не добралась. Если она добирается, то происходят всякие неприятности. Вот вы все получали по голове. Кто веслом, кто дверью, там, ну, творческие многие. Значит, особенно при здоровом образе жизни, вы понимаете, да, кровоизлияние гарантированное. А если взять у любого из вас, и у меня в том числе, кровь, то окажется, что внутри крови есть антитела к вашим собственным мозгам. То есть иммунная система мечтает как-нибудь до них добраться и сожрать их, наконец-то успокоиться. То есть забарьерная. Отсюда проблема. Кровь не может напрямую взаимодействовать с нейронами. Надо ее как-то передавать. И для этого глиальные клетки, которые образуют этот барьер. То есть каждая эта клетка ограничена от кровеносной системы тем, что между сосудом и клеткой есть глиальная клетка. И в этом огромная проблема и огромные трудности. Вот как это выглядит примерно на схеме. Когда сосуд, глиальная клетка и нейрон. И нейроны здесь изолированы глиальными клетками, а здесь вот этими самыми аксонами, которые окружены специальными швановскими оболочками. Зачем это все нужно? Отсюда колоссальные следствия. Энергетические нейроны не бесконечно могут увеличивать свое энергопотребление. У нас нет скорости, потому что каждая молекула еды, которая попадает так предельно упрощенно в нейрон, она должна распознаться мембраной глиальной клетки, пройти через тело. Ну, вы представьте, там же ведь там не то, что там рельсы, там палками толкают. Это убогость фантастическая. Потом попасть сюда, здесь распознаться еще раз, только потом пойти. Иначе иммунный ответ и конец. То есть очень инертная система. Здесь самое главное, вот расходы мозга энергетические, основные, связаны вот с этим. Нужно обслуживать энергетически, тратить кучу АТФ вот на эту штуку. Если бы мозг не был забарьерным органом, его энергоэффективность была бы раз в 30-40 была бы выше. Вот представьте. А мозговые капилляры кровь есть? Да. Но не во всех. Сейчас доведем до этого. Кровь есть. И там поток такой, что если взять мозги человеческие и аккуратненько усопшему быстренько залить через сердце силикон, так, чтобы он пропитал мозги, а потом взять этот мозг, вытащить и отнести к добрым муравьям, то они съедят мозги. А силикон они не едят, он невкусный. Значит, и получится точная копия человеческого мозга с шагом в 100 микрон. Уровень кровотока колоссален. То есть, иначе говоря, у нас с вами в случае пассивного состояния, когда вы отдыхаете и расслабляетесь, значит, в пассивном состоянии спите, весь мозг потребляет 9% всей энергии, примерно 15% всего кислорода организма. Ну, представляете, 1/50 масса тела, маленькая такая штучка, и при этом 9%. Но если, не дай бог, вы задумались и начали скрипеть мозгами, то это все повышается до 24-25% в зависимости от массы тела. И, конечно, мозги такое выдержать не могут. Это большая проблема. И несмотря на колоссальное вот это сосудистое обеспечение, здесь вот мозговые череп, мозговые оболочки красные, и здесь синенькие — это сосуды. То есть несмотря на колоссальное обеспечение капиллярами, это самая васкуляризированная, самая кровоснабжаемая система. Больше 20% разогнать нельзя эту систему. Ни компьютер, ничего не получится. Скорость вот этого обмена, переноса, она финальна. Вот здесь как раз то, о чем вы спрашивали. Значит, дело в том, что мозг устроен таким образом, и это очень важная вещь, которая в компьютерах плохо работает. Значит, у него на самом деле существует пятикратный резерв. В каждой области, о которой я говорил,
каждом кусочке существует пятикратный резерв. Вот на схемке я как раз это поясняю. В чем дело? Вот артериола принесла, и все сосуды на месте. Все хорошо. Но они проходимы для плазмы и непроходимы для эритроцитов. То есть туда ни запас, ни кислорода, ни что остальное подать не может. И это в пассивном состоянии. В этом весь фокус. То есть мозг может локально увеличить кровоснабжение, расширив эти капилляры, в 5 раз. Именно отсюда возникает вот это 2,5-кратное увеличение энергопотребления. Больше просто невозможно, сердце не справляется. Ну, просто есть предел. Там простая достаточно гидродинамика, но она не бесконечная. И поэтому мозг обычно локально повышает энергетический обмен. Ну, например, вы стали что-то разглядывать. Вы почувствовали, что вам дали там $100 бумажку фальшивую. Вы начали ее тщательно изучать, возбудившись. Значит, что происходит? Увеличивается, открывается еще пара капилляров, кровоток увеличивается, подключаются, здесь внимание, вот эти нейроны, которые до этого еле скрипели. То есть проводимость есть, активность есть, память поддерживается за счет маленького энергобаланса. А тут надо мобилизовываться. Результаты сказываются, кстати говоря, что советую учитывать в жизни ученых. Это как раз работы, выполненные в Санкт-Петербурге довольно давно. Но это сосудистая система, целиком выдранная из мозга. То есть внизу вот это как раз Велизиев круг и расхождение сосудов. Сверху у нас сосудистая система извозчика, в те времена были извозчики, а внизу профессора Некрасова из ЛГУ. Ну, тогда Санкт-Петербургский еще, это потом стал ЛГУ. Значит, видите, разница по кровоснабжению. То есть, если хотите сохранить мозги в рабочем состоянии, пользуйтесь ими, иначе непроходимые вот эти сосуды, они довольно быстро склеротизируются, и начинается атеросклероз, то есть счастье полное и бесконечное, поскольку вы не чувствуете, что он у вас начался. То есть вот так работает мозг. То есть он включается только для решения конкретной задачи, тут же выключается при первой возможности. Причем мало того, что нейроны сложные, обладают большим количеством связей, они еще и включаются только по заданию партии правительства. Иначе заставить эту штуку работать невозможно. Если вы занимаетесь физкультурой и думаете, что вы сейчас кровоснабжаете мозг, ну, не надейтесь. Просто здесь действительно все будет хорошо с сосудами, то есть вы будете крепенькие, здоровенькие, а здесь у вас разовьется склероз побыстрее. Потому что в этот момент вы не думаете. То есть или одна, или другая. Поэтому нужна гармония. А где находится партия правительства? Партия правительства находится в мозге. Это является... Партия правительства, сейчас объясню. Про партию правительства все очень хорошо. Партия правительства находится в мозге, и эта партия правительства называется энергетический обмен. Энергетический обмен очень точно и четко следит за этим делом. Объясняю. Как только вы понижаете на 0,5% с 24 ближе к 9 энергопотребление мозга, то есть отключаете его, ну, взяли, воткнулись в телевизор, все, или в компьютер, ну, все равно. Как только энергопотребление падает, вам что делают? Вам сразу же внутри мозга вырабатывается вот этими самыми клетками замечательное соединение, любимое молодежью. Каннабиоиды, опиоиды, окситоцин, эндорфины. Ну, вот. То есть, вы, иначе говоря, не работа мозга. Стимулируется. Что? Стимулируется. Стимулируется эндогенными наркотиками, причем тяжелыми. Причем целым комплексом. А в детстве, почему дети такие хорошие и тихие, и спят хорошо? У них больше опиоидов. Ну, вот, когда они воруют конфетки, бездельничают и прочее, всякие, предаются всяким развлечениям, они думают. У них у нас каннабиоиды в основном и окситоцин, а у детей еще к этому огромное количество, значит, опиоидов, которые постепенно снижаются с возрастом. Но у многих сохраняется на всю жизнь, они так живут счастливо. Что вы хотели? Скажите, пожалуйста, а вот согласование определенных областей, понятно, механизм согласования, если вот одновременно... Я понял вашу задачу. Я был в соседней комнате, я понимаю, что это основная проблема. Согласование, сейчас объясню как. То, что происходит в соседней комнате, это происходит в сонном мозге. Вот эти большие машины.
То есть мозг устроен так. Вот вы сказали, когда спать ложить, вот у вас мотивация какая-то. Вы чем-то занимались, перевожу на русский. Вы занимались чем-то интересным, важным, нужным. Потом все, уже чувствуете, что сил нет, ложитесь спать. В этот момент мозг начинает хулиганить. То есть кто во что горазд. И зависимость от остаточного возбуждения того или иного поля мозга, той или иной области, у вас начинает случайное образование не надо, не закрывайте. У вас начинается случайное образование систем связи и возбуждение их. Иначе говоря, полное рассогласование. И у вас там, например, вам кто-то на ногу наступил в автобусе, а вы посмотрели что-нибудь там про собак. И вот вам снится, как вас какой-то пес кусает за ногу у вас. Ну, понимаете, ассоциативный ряд. То есть остаточное возбуждение, то, что все в течение дня, возникает случайным образом. Мозг в этом случае не интегрируется. Но если вы проснулись и опять занялись чем-то важным, то, что возбуждает ваш мозг, заставляет всех остальных подчиниться. И чем дольше вы работаете, сейчас об этом будет, тем больше вы подчиняете все окрестные структуры. Ну, я всегда привожу пример хорошего Маяковского. Он был паршивым поэтом, на самом деле, но очень хотел им быть. А мозг у него был здоровенный, 1700 грамм. Вот. И он просто занимался, писал стихи в голову, что называется. Он шагал и писал стихи под шаг. То есть он использовал моторные области для того, чтобы расширять свои поэтические таланты. В результате все его стихи — такая шагистика. Он вообще их не писал никогда, он просто ходил по Москве, там, потом приходил, садился набело, записывал все. Вот так, такой фокус. То есть если потом вы начинаете чем-то сосредоточенно заниматься, причем используя все ресурсы мозга... Я хотел задать вопрос не о длительном бессознательном сочетании, да, а о мгновенных вызовах, мгновенных ассоциациях из разных областей. А, сейчас до этого дойдем. Все понял. Как? Да? Вот сейчас будет. Что-что? Московского поля же было давно. Теперь, значит, опускаемся на уровень ниже и смотрим, а как вот эта вся ерундистика, вот эти все нейроны, которые я вам показывал, как они работают. Здесь, кстати говоря, покрашено, если вы думаете, что так на самом деле, это все бред. Покрашен один из тысячи нейронов. То есть, когда там рисуют какие-то компьютерные мальчики на Западе, там такой нейрон, которому бежит там на парах сигнал, то это все бред сивой кобылы, потому что никакого отношения к реальности не имеет. На самом деле здесь один из тысячи. Плотность упаковки такая, что вот здесь видно. Вот это срез через кусочек человеческой коры. Вот такая плотность мембран. Там нет, туда лезвие бритвы не засунуть. Здесь разряд электронный микроскоп, и вот это конкретно здесь показаны синапсы, те самые, о которых идет речь. Там все вот так забито, там ничего не сделаешь. Нет там никакого свободного пространства. Там все плотнейшее, вот, даже куски проводящие здесь тоже. Это миелинизированные аксоны там в ганглии тоже. Нету здесь никаких свободных пространств. А это изоляторы, те самые, которые защищают от проведения сигнала от внешнего, в том числе барьера. То есть как все это происходит? Значит, теперь проблемы с передачей сигнала. Передача сигнала в нейронах — это не электрический сигнал. Сигнал электрический, наверное, происходит в головах только физиологов, которые об этом говорят. У нас даже мышцы не сокращаются от сигнала мозга. У нас приходит, ну вы представьте себе, мышцы, ваш мощёл. Ну сюда пришел сигнал. 40 милливольт. Что там сократится? Ну возьмите 4 вольта батарейку, ткните, что не дрыгаетесь-то? Ни у кого не возникал вопрос? Языком некоторые батарейки лизали в детстве. Знают, что кисленьким там все такое. Что язык-то не дрыгался? Он должен туда улетать чуть не до смерти. Очень просто, потому что это управляющий сигнал, а не генерирующий. У нас приходит управляющий сигнал, малюсенький, всего несколько десятков вольт, милливольт. А сам сигнал генерируется мышцей. То же самое с мозгами. С мозгами сигнал сам электрический, это сам факт проводимости. Больше ничего. Там нет в нем информационного. Это сигналы, идущие к мышцам, которые говорят «да» или «нет». В нервной системе так ничего не работает. Ни один нейрон так не работает, кроме мышечных, которые запускают там мышцы в ногах, в руках и так далее. А все остальное, содержательные, информационные сигналы, в тысячу раз сложнее. В чем дело? Дело в том, что вот эти маленькие синапсы, вот эти черненькие какашки, которые здесь видны, на самом деле это пузырьки. Эти пузырьки, в которых напихана тьма тьмущая соединение медиаторов.
Это не полный список, еще есть комплексные, сложные. То есть это гигантское количество нейромедиаторов, которые вырабатываются в нейроне и тихим сапом двигаются по отростку. И в одну сторону, и в другую. Поэтому, когда вы помогли бабушке в деревне, постояли по колено в навозе, в коровьем, а потом себя почувствовали через полгода, это вам привет от бабушки. Почему? Потому что это все токсины всосались, передались в конце концов нейронов, а потом у вас поясница заболела. На ровном месте ничего не делали. Значит, ну что, токсическое отравление. Потому что не по аксонам движение идет и туда-сюда. Так вот, что идет туда для передачи сигнала. Вот эти самые пузырьки, сильно увеличенные, которые здесь находятся, содержат смесь вот этих самых медиаторов, которые и содержат информацию. Поэтому у нас синапсы индивидуальны. Информация пробегает, сигнал электрически, все правильно. А разряжается-то смесью вот этих вот медиаторов. Их там 20 штук, а вариабельность из них, они еще количественные и качественные могут различаться. В одном одни есть, а в другом другие. И количественно. И чего? Вот это и есть сигнал информационный, который передается от клетки к клетке. Он может быть как активирующим, так и тормозным. А еще есть хуже ситуации, как вот здесь. Рецепрокное проведение. Когда вот этот вот синапс активирующий, рядом с ним лежащий, тормозный. И клетка — это не суммация. Это ахинея из 30-х годов. Нейрон — это не суммирующая машинка. Ничуть, ни в коем случае. Он может и тормозить, и останавливать вообще передачу сигнала, и генерировать собственные. Потому что у них есть аксонный холмик, и если там, например, он участвует в неком проекте, где надо большое количество, и он интегрирует эти сигналы, тут происходит суммация, и он выдает некий решающий задний. То есть, да. Вот. Чтобы мы как-то в теме были, да? То есть мы же компьютерными сетями занимаемся, да? Вот то, что вы рассказываете, мне очень напоминает, например, вот вся пакетная коммутация, которая у нас идет в сети интернета. То есть пакет — это медиатор, у него есть, ну, в наших пакетах есть адрес, а главным коммутационным элементом является маршрутизатор, который у нас в компьютерном сети, я понимаю, что содержит таблицу маршрутизации. Да. Здесь кто маршрутизатор? Кто направляет? Определенная похожесть. Где маршрутизатор? Пусть он будет определенный, но он есть. Сейчас есть. Конечно, есть. Мы занимаемся одним и тем же. Только у вас они у вас пощупать, а у меня попробую пощупать без электронного микроскопа. Причем какого? Там типа там титан, который включают один раз на заводе в Германии, больше не выключают. И то плоховато чувствуется иногда. Так вот, значит, здесь вопрос о маршрутизаторах. Значит, короче говоря, каждая синаптическая связь, напомню, что эти синаптические связи у каждого нейрона, мы помним, что их 150 миллиардов в среднем, примерно от 100 тысяч до миллиона. Таких вот синапсов. Волос намного меньше. Намного меньше. У меня уж точно. То есть вот этот каждый из них, он на самом деле содержит. То есть здесь комбинация из 20, там, из двух десятков медиаторов, которые информационных, плюс этих самых коммуникаторов от 100 тысяч до миллиона. Клетки Пуркиньема-Жучка, о которых мы говорили уже, те, которые там орешек позволяют идентифицировать белочки. Там у них в среднем миллион таких синапсов. Вот такое количество. Это нейрон, по сути дела, является маршрутизатором. То есть я бы сказал бы, комплексом даже, я бы сказал, комплексов маршрутизаторов. Сейчас доберемся до этих вещей. Теперь дальше вот с маршрутизаторами. Как маршрут определяется и в чем дело? Значит, ну, понимаете, что в статическом состоянии, условно статическом, его не бывает. Ну, допустим, в односекундное время, значит, у нас что получается? У нас огромное количество нейронов, гигантское количество связей, там, от 100 тысяч нанос, которые, на самом деле, передают сигналы. При этом кто... Как определяется маршрут? Маршрут определяется сначала. Это у нас с вами маршрут определяется вот этими самыми полями. Какие поля включились в данный момент? Ну вот вы рукой вводите, у вас вот это поле. Значит, вы аграфией не страдаете, ручка двигается, все не выпадает, не противно. Значит, здесь все нормально. Значит, что происходит? Где маршрут определяется? Это поле, которое координирует движение глаз, руки и пальцев. Оно подключает поля, значит, плеча, предплечья здесь.
оно подключает зрительную систему координации здесь, оно подключает нижнее теменное поле, которое предполагает, как вы напишете слова, какими буквочками. Здесь программа. Эта программа между собой сравниваются, все между собой связано в мозге, здесь масса специальных каналов, и вы пишете слово там, какое вам нужно, мозг или еще что-то. Теперь двигаемся дальше. А дальше здесь очень картинка хорошая из института Лейбница. Значит, у меня есть такие, но они на конфокальном микроскопе, на большом, сделали. У меня проблемы сейчас с маркерами. То есть мы то же самое видим, но здесь хорошо то, что сделан обзор. Вот тушка тела нейрона, а это синапсы, причем не все медиаторы показаны. Вот представьте себе, какая картина. Это синапсы, которые соединяют вот этот один единственный нейрон с соседними клетками. При этом есть фокус. Дело в том, что насчет маршрута как раз ключевое. Каждый день у каждого нейрона таких 3-4, а если, не дай бог, вы думаете, 5 синапсов могут образоваться. Да? А понимаете, это новые связи, которых еще не было в природе. В чем проблема? Они не прописаны алгоритмом. Если у вас работает область, например, написания, вы учитесь каллиграфии, вот уже дожили до седых волос, а тут увлеклись красивыми буквочками. Начинаете учиться каллиграфии. Напряженно это трудно делать, это красивые буквы, уже руки не двигаются, прочее, вы сосредотачиваетесь. У вас в этом месте, только в этом, который управляет, начинается более активный синаптогенез. То есть что? То, что я рассказывал в начале. Кровь приходит, васкуляризирует, снабжает едой. Почему детей надо кормить? Они растут, и мозги растут, и синапсы образуются. Там вообще до 25 лет там все это идет активно. А в раннем возрасте это просто как ураган. То есть вам нужно загрузить туда всякие полезные вещи, типа там коньяка, осетрины, овощей разнообразных, ну, еды разные, потому что белково-липидные мембраны, вы еще будете строить эти синапсы. Из минеральной воды они не построятся, из огурцов тоже. Значит, нужно ставить белки и липиды в большом количестве, поставлять в мозг. Это основной расходный материал. Начинается синаптогенез. И чем больше вы занимаетесь этим, тем больше маршрутов сходится в эту область. То есть, иначе говоря, подключается других областей, которые начинают использовать память нейронов, как водить рукой, все более и более детально. И вот этот синаптогенез — это и есть основной механизм возникновение долговременной памяти, временной памяти и нашего творческого мышления. То есть образование связей, которых еще не было никогда. Да. Скажите, пожалуйста, это физические связи? Это физические связи. То потому есть прорастание что... фактически? Да. Поэтому когда... прорастание. Да, да, да. А да. Оно потом заполняется вот этими точками? Не точками, это... Объясняю. Вот специально картинка для мальчиков старших групп детского сада. Я специально нарисовал. Потому что, ну, вы из другой области, вам надо понимать, что происходит. Значит, вот у нас ситуация. Вот начали думать интенсивно. Начинают расти навстречу друг друга. Но это не совсем так. Там они близко и так лежат. Просто начинают образовываться синапсы. Иногда и растут. Раз в 40 дней, особенно если перечисленных мной выше метаболитов в избытке, и вы продолжаете думать... Не над маркой коньяка, а над проблемой научной. Но вот если вам удалось сохраниться в этом состоянии, то раз в 40 дней примерно образуется прям целая такая коллатераль. Это может быть этих синапсов штук 40-60. То есть прям. Причем не обязательно, чтобы они связаны с другой клеткой. Это вот здесь секунду внимания. Они могут быть замкнуты сами на себя. То есть клетка может выступать в данном случае как с автономной системой с хранилищем информации. Это очень важный момент для того, чтобы вам понять, как эта вся ерунда устроена. Значит, что получается? Значит, интенсивно думаете, работают, образуют связи, но при этом независимо ни от чего. 2-3 связи, а то и 4-5, особенно если вы впали в нирвану. Значит, чакра вывалилась, и вы заснули около телевизора, они начинают разрываться и расходиться. То есть опять разрыв физический, еще раз подчеркиваю, это физический процесс. То есть все мышление, запоминание – это морфогенез, физическое образование связи. Я все время привожу издевательски, это надо к процессору представить китайца с паяльником. Чтобы, значит, ну, понятно, 150 миллиардов китайцев не хватает пока, надо подождать. Ну, чтобы каждому нейрону.
То есть получается вот такая... Запрограммировать это, мне тут же говорят, а что, запрограммировать это сейчас. Здесь же функциональная адаптация. Вы начинаете писать, у вас здесь образуется, здесь изменяется кровоток. То есть это комплексный процесс. То есть вот в этом основная проблема. Долговременная память... Это то же самое. Когда вот мышление вас, вы говорите, меня озарило. Ну что это, дурак такой был, вот думал-думал, а потом выяснилось, что это все очевидно. Вот осенило, инсайт, озарение, там что хотите. Как это психологи называют, я даже обсуждать не буду. Но смысл такой, что это установили связи между какими-то очень дальними блоками информации, которые у вас никогда не задействованы. Но из-за того, что вы интенсивно об этом думали, почему я все время говорю, думайте неделю, над какой-нибудь ерундой не получается. Ну, пойдите там, поработайте веником, лопатой. Смотришь, что-нибудь в голову придет. Почему? Потому что вы задействуете, активируете другие области, смотришь, морфогенез, синаптогенез даст ответ на поставленный вопрос. Это в норме, это когда вы напряженно думаете, когда не используется, баланс падает, и, значит, связи разрываются. Это касается и памяти. Память мозга нестабильна. Мы все время перестраиваем нашу память под наши задачи, под наши интересы. У нас нет стабильной памяти. Все, кто приезжал там на историческую родину, через 5-10 лет видят, что, знают, что это такое. Или в место в какое-то там. Побывали там, приехали через 5 лет, ну, все по-другому. Она перестраивается за счет того, что вот эти синапсы образуются и разрушаются всю жизнь, и все время адаптируют к общей вашей конструкции мозга вашу память. То есть вы занимаетесь таким глубоким, многосторонним самообманом, который, собственно говоря, и дает вам возможность привыкнуть к тому, что происходит. Ну вот, поэтому можно уже теперь перейти к более... Значит, ну, по этой причине, где, кстати говоря, есть у меня такой кусок, значит, про футуролуха насчет сингулярности. Вы поняли теперь, что из энергетических ограничений мозга никакой сингулярности не будет. Просто парень плохо учился в институте, или если он вообще где-то учился. Ну, вот, к сожалению, интегрировать компьютер с человеческим мозгом невозможно, потому что мозг имеет ограничения по энергетическому обмену. А вот то, что делает, что можно сделать реально? Реально можно сделать искусственные глаза, реально можно сделать искусственные уши, реально можно сделать искусственное там, обоняние. Но этому уже 20 лет, это протухло, это вся новость от Илона Маска. Почему? Потому что я участвовал в конференции, по-моему, 2000 год, нейрохирургов Средних Европы, там уже вживляли золочеными контактами микропроцессора непосредственно в слуховые ядра, там два кохлеарных ядра на стволе. То просто делали довольно сложную операцию, втыкали этот процессор, от него шли проводочки, по сигналам, по раскладке по милливольтам, там было примерно то, что нужно. Под вот эту кожу, вот здесь височную, вставляли вот такую мембрану, и человек начинал различать слова и звуки. Этому уже 20 лет. Это давным-давно все сделано. Скажите, да, пожалуйста, а сигнал внутри мозга химическим образом передается? А вот от этого девайса электрический, то есть химическая трансляция после активации электрическим сигналом начинается? Да, да. То есть они в первичное слуховое ядро вставляют. Сейчас объясню, в чем там засада. У нас слуховая система, у нас на самом деле в ухе три системы рецепторов. Угловое ускорение, линейное ускорение и слух. Значит, они проходят, а там они построены на механических принципах. Там безволосковые клетки, безотростковые, которые сидят так на механическом бране, долбят в нее все. Все просто. И там просто, в чем построен принцип? Сюда чувствительность, почему там такая, что она диаметр атома водорода смещается, все хорошо. Потому что на самом деле эта клетка ничего не чувствует, ничего не понимает. Она только модулирует сигнал. Сюда подводится подводящее волокно, сюда подводится отводящее. 200 импульсов в секунду. Любое колебание, изменение проницаемости на одну единицу в секунду воспринимается как чувствительность сверхвысокая. Но это чистый электрический сигнал, в котором нет информационного составляющего химической. Просто проходит сигнал. Частота. И эта частота передается, изменение частоты передается в кохлеарный комплекс. Поэтому хитрые чехи, значит, они сделали изменение частотных характеристик, как в этом
комплексе. И это воспринимается кохлеарными ядрами как раз как звуковой сигнал. Да, я вас... Все-таки идея пересадки головы остается полным бредом? Или это где-то в идее что-то там... Ну, у нас же недавно итальянский клоун был же. Ну, это одно. Но да, ну как же, ну как же. Говорите, там с ними сидели четыре наших выдающихся ученых, врача. Смотрите на их лица, найдите в интернете. То есть это более чем бред. Один из них отсюда, может спросить лично. Причем так, как следует. Потому что деньги-то получили. Да. Нет, это ерунда, потому что, ну, понимаете, в чем дело? Теоретически все можно. Ну как вы без нервов, без периферических, без всех связей вы туда посадите? А кровоток как вы успеете? Там на 6 минут, вы попросите жену. Там люди пиарятся. Ну, люди деньги зарабатывают. Слушайте, ну, способов зарабатывать деньги, ну, огромное количество. Попросить жену вас прикрыть подушкой на 6 минут, ну, и все, посмотрим, что будет дальше. Прекратится поступление кислорода, вы, у вас начнутся выпадения памяти. За 6 минут мозги не пришить к сосуду. Ну, это все из этих, из стволовых клеток, из клонирования, это все из этой серии. Я, к сожалению, этим не занимаюсь, это жульничество. Ну вот. Значит, дальше. Теперь смотрим вот в результате издевательства над мозгом, я так это воспринимаю, какие были у нас идеи недавно. Значит, формирование целостной информационно связанной среды. Не получилось. Нету информационно связанной среды, потому что она была заменена имитацией доступной информационной среды за контролем поведения. То есть поведенческая такая зоопсихология. То есть людей опустили на уровень животных. Ну и самое-то главное, перспектива-то очень плохая. Компьютерное железо, прирост в год 2%. Я только недавно был на фирме, крупнейшей в Европе, которая этим занимается производством. Просто мужики выходят и говорят, слушайте, ну это катастрофа. У нас рост меньше, чем в косметологии. 2%. Это катастрофа. Это значит, денег не будет. Значит, дальше, что с людьми делается? Это иллюзия знаний. Это действительно, потому что, когда вы берете эту штуку, иллюзия, значит, наркотическая поддержка, любой, значит, имитация любой разумной деятельности. Я об этом говорил. Наркотики эти самые. Чем ниже энергии расхода, тем лучше. Поэтому у нас обратная ситуация на самом деле возникает. То есть, иначе говоря, цифровизация — это путь. Значит, остается некоторая элита, которая этим занимается разумная, а большая часть населения просто задуривается, и все. То есть мы из этих людей потом не вытащим никого в науку. Они для потеряны, по сути дела. А сущность — это так называемая лимбическая, потому что которая контролирует инстинктивно-гормональные формы поведения, которые, собственно говоря, и доминируют у человека. Ну и возникает вопрос, а чего с этим совсем делать? Потому что в естественной системе у нас есть изменяемая адаптивная память. Она непостоянная. Здесь постоянная, статичная, неизменяемая. Сейчас пытаются сделать ее нестабильной, но тогда ценность этой памяти будет под большим вопросом. У нас это в норме, потому что мы, биологический организм, решает совершенно другую задачу, невычисляемую, ну, невычислительную, потому что ему главное, какая цель-то? Покрыть метровым слоем своих потомков эту планету. Задача-то репродуктивная. И все этому подчинено, причем тут интеллект какой-то. Лобные области вообще выросли из заботы о потомстве. Как способ деления пищи с неродственными особями. Значит, дальше. Наш интеллект морфогенетичен, то есть мышление, как образование новых систем связей. А здесь мы причем пытаемся использовать комбинаторику или алгоритмизацию. Большая проблема. И вот то, что мы сегодня говорили до этого, то, что вы пытаетесь от этого отходить, это действительно реальный прогресс, я надеюсь. Но дальше. А можно ли воспринимать тогда вот результаты деятельности интеллекта как алгоритм? То нет, есть это как нельзя. Нельзя, да? Нет, нельзя. Ничего, вот в этом все проблема. С этим уже, понимаете, вот все говорят, что там новое, хорошо забытое, старое. 25 лет назад фирма по производству тазиков решила построить нервную систему пиявки из 120 нейронов. Туда тогда там подключали компьютеры типа Крея. Ну, помните, то есть тогда это было. Это старые времена. Но 128 нейронов, господа, были воспроизведены в такой комнате, как это. А пытались алгоритмизировать, а к чему? У нее примитивно, и ничего не получилось. Да. Это понятно. Я немного о другом хотел сказать. Вот человеческий, даже абстрагируясь от компьютера, если
взять человеческий мозг? Можно ли считать его результатом, его продукции, алгоритм? Нет, нельзя, конечно. Нельзя, да? Нельзя. К сожалению. Если алгоритм, связанный с размножением, то да. Ну, мы же способны, например, вычислить дискриминант. Это же алгоритм. Но не все же способны. Нет, но это же все-таки продукт интеллекта. Но это продукт не только интеллекта. Это вас еще образовывали. Согласен, вообще. Согласен. Это и социальная среда. Это нет, вы, беря там интеграл, вы интегрируете все знание, которое от вас было. Это понятно. Это не ваш мозг. У вас мозг... Нет, хорошо. Позвольте задать вопрос еще. Да, давайте, конечно. Вы говорите, что основная функция мозга это тоже как бы репродуктивная. Но да. Почему в Европе, например, ну, в развитых странах сокращается, тем не менее, да, численность населения? Мозг разрушается. Нет, а просто как бы я не совсем уверен в том, что действительно ли это основная задача. А, да, конечно, основная. Вы опустите так глаза чуть-чуть по карте на Африку, там оно падает. В целом человечество, вы же воспринимаете как Европу. Ну, Европа, что там? Там свои принципы, вы поймите. Чем больше вы кормите обезьяну, тем меньше ей хочется увлекательно заниматься размножением. Ну, потому что если у человека есть возможность, то есть цель размножения — это не абсолютная цель, это возможность. Понимаете? Мозг получает удовольствие от трех вещей. Еда, размножение, доминантность. Все. Вот три инстинктивно-гормонально регулируемые формы поведения. В Европе просто есть много других вещей, как доминантность. Очень многие, например, там укорачивают себя кое-на-что, ну, для того, чтобы проявить свою доминантность. У нас тоже бывает. То есть это набор из этих трех инстинктов, они взаимозаменяемые, кроме еды. То есть здесь подмена просто идет элементарно. Но все-таки это какое-то... Тоже, опять-таки, борьба разных инстинктов. Не только... Ну, три основных инстинкта. Но без еды вы не сможете ни размножаться, ни выпендриваться, поэтому как бы... Один если мы задаем функцию лидерства, то мы убиваем размножение, да? Не только так. Если вы задаете, почему лидерство привлекательно, инстинкт доминантности — это способность занять доминирующее положение и наплодить потомков, добыв им много еды, что мы и видим все время. Но для наличия еды уже необходимость потомства... Да, она падает резко, потому что тогда гарантируется. Гарантирование еды тут же снижает репродуктивный потенциал. Да. Уточните в рамках вот предыдущих схем, как наркотические белки все-таки задерживаются в мозге? Они не задерживаются, там они все время вырабатываются. Нет, вы думаете, косячок снаружи? Нет, если вы насчет косячка снаружи, то это дополнительно. А вот если насчет изнутри, то... Нет, не задерживаются, они вырабатываются. Да, они есть у всех, они есть у... Вы думаете, что там кролики у них нет? У них есть, особенно если они занимаются любимым делом. Вот. То есть дело в том, что у нас они эндогенные, они не задерживаются там, это внешние задерживаются. А вот внутренние, они вырабатываются самими нейронами, в этом катастрофа. Они их нарабатывают, как только по... Да, самим мне, как только понизились энергетические расходы, он, на экономии энергии он тут же себе нагнал C2H5OH и выбросил, поделился с друзьями. Вот примерно так, то есть это примитивно, дальше некуда. Поэтому падение энергетических расходов тут же вызывает выработку наркотиков. Религиозность откуда? Такая особенно опасная, когда с этими поясами шахидов. А ничего, инструкцию прочел... Энергетически упадали расходы мозга. Отлично. Значит, ну так заканчиваю. Значит, что? Про все про это я рассказывал вам по ходу дела. Теперь, значит, как, что делать? Всегда же интересно, не просто, чтобы ученый пришел, да, что-то там насвистел про мозги. Нет, речь идет, конечно, интересно как-то решать эти проблемы. Значит, вот есть такое старое тухлое название, нейристор. Из 70-х годов я специально его использую для издевательства, потому что его в технике молодежи использовали для того, как Илон Маск родился. Вот это приятно, черт возьми. Ну, вот. Поэтому, значит, что он должен уметь делать нейристор? А просто если говорить конкретно, я занимаюсь, ровно сейчас есть такое направление работы, которым я пытаюсь создать такую ерундистику. Значит, он должен обладать системой связи, а регулярно образовывать, это мы уже все поняли, обладать способностью прерывать или тормозить сигналы,
уметь воспринимать, суммировать внешние сигналы, обладать собственной изменяемой динамической памятью, это когда синапсы сами на себя, быть способным генерировать ранее существовавшие сигналы, потенциал действия, обладать способностью умирать и воскресать, это важнейшая вещь. Он у всех присутствующих, я думаю, что уже процентов по 5 нейронов передохло с горя, ну, вот, от тяжелой жизни. И это тоже надо уметь делать. Если мы научим его не только умирать, но и воскресать, то мы получим превращение в системе. Ну и нелинейная обработка встречных сигналов, когда рецепрокное проведение сюда активирующий, сюда тормозный. И дальше последний подчиняется системе интересов большой шайки. Это когда большое заставляет работать на себя малое. То, что, собственно говоря, является основой конструкции мозга. Ну и теоретическая модель зверька. Я уже об этом не один или два раза говорил. То есть я сейчас пытаюсь построить зверя, такую скотину, искусственную, которая должна обладать некими свойствами. Я как раз рассчитывал на студентов, потому что здесь нужно компьютер, если мы хотим создать искусственный интеллект, то надо им ввести понятие целеполагания, не связанное с решением конкретной задачи. Как будем решать конкретную задачу, а не абстрактную, поставленную в целом для системы, она работать не будет. Она будет работать как калькулятор. Да здесь обсуждать-то нечего, вы все лучше меня это понимаете. Потом дальше. Промежуточный результат этой целеполагания, промежуточный результат. Компьютеры размножаться не могут, мы им не можем ничего придумать. Соблазнить их нельзя, им только задачу ставить. Это плохо. Это надо прекратить и менять совершенно с ног на голову всю эту систему. И нужно получать градиент удовольствия. Что значит? Это в процессе решения задачи компьютер должен каким-то образом, надо придумать, чтобы он получал удовольствие. Но я так условно говорю, с биологической точки зрения. То есть надо придумать какие-то замечательные каннабиоиды и опиоиды, то есть надо компьютеру дать закурить вот что-нибудь, травки там, я не знаю что, чтобы он в промежутках получал те самые подкрепления, как собака Павлова, для того, чтобы, решая ту задачу, которая стоит в целеполагании. Ну, менять энергопотребление, это понятно, и уметь жертвовать энергией структуры во время целеполагания. Вот создав такие алгоритмы даже, я не постесняюсь сказать этого ужасного слова, ну вот, мы решим проблему искусственного интеллекта. Но решив его, получим по мозгам, потому что автоматически искусственный зверек, ему будет плевать глубоко на ваши задачи, он будет бесконтрольным, он будет просто жить. Что вы ему создадите целеполагание, обратную связь на удовольствие, и он вам даст, покажет кузькину мать сразу. И да, искусственный интеллект появится тогда, когда он начнет решать свои, а не ваши задачи. Это тоже понятно. Что если он будет решать такие задачи, о которых я говорю, то есть с такими целеполаганием и промежуточным удовольствием, то он быстро найдет себе задачу поинтереснее вашей, и контроль его на сегодняшней системе будет просто в принципе невозможен. И самое главное, что поскольку быстродействие большое, управление искусственным интеллектом будет сложнее, чем сообщество бабуинов, то есть нас с вами, потому что все это будет быстрее, эффективнее и лучше. Поэтому, когда мы будем решать первую часть этого слайда, то надо думать, чем это закончится вся история. То есть надо сразу же придумывать, как мы будем с этим делом справляться, потому что без этих систем это будет все тот же самый калькулятор, который вы прекрасно все понимаете, адаптируемый, неадаптируемый, но калькулятор. А если это мы введем, то мы получим огромное количество достаточно быстрых проблем. Ну все.